Звоню на 122 по вопросу мобилизации уже в третий раз. На всякий случай предупреждаю вас, что тоже записываю со своей стороны разговор, так как до сих пор не могу получить ответ на интересующий меня вопрос. Почему-то операторы прерывают связь. Не знаю, почему это происходит, возможно, с нагрузкой линии, но это тут уже третий звонок. Итак, внимание, вопрос. Мобилизация закончена сегодня или нет? Вообще передавали, что закончилось, но у нас пока не. Хорошо, официально задаю вам вопрос. Мобилизация сейчас закончена или нет? То есть нет. Мне не важно, какая есть у вас информация. Вы официальная горячая линия. Я вам задаю вопрос. Официально, да или нет? Закончено или нет? У нас нет официальной информации о том, что она закончена. Как появится, да мы будем об этом говорить. То есть сейчас она официально идет. Я правильно понял? У нас нет официальной. Ответьте на вопрос. Я правильно понял, что мобилизация сегодня идет. Официально. Она идет сегодня?